А вот в Колумбии обсуждают историю чудесного спасения 18-летней девушки и ее годовалого сына. Сюжет напоминает голливудские блокбастеры. Молодая мама и ребенок пережили крушение самолета и 5 дней провели в джунглях в ожидании спасателей. Легкомоторный самолет, на котором они летели, упал по неизвестным пока причинам на западе страны, недалеко от побережья Тихого океана. Удивительно, что девушка получила лишь небольшие травмы, а малыш остался невредим. Молодая мама соорудила подобие шалаша, в котором они с ребенком спали и укрывались от непогоды, питалась Нелли подножным кормом. Сразу после обнаружения девушку и ее сына доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.